Всем привет! Решил я посмотреть еще на одну игру. Ну, так как кто-то уже знает, что времени у меня мало, и вот вчера вечером лежал, зашел в Steam, ввел опять метку программирования, и вот такая игра. Ну, выбрал. Там много всяких игр, которые я бы не все отнес к программированию, хотя фиг его знает, как оно его ищет. Но вот такая игра. Hacknet. Отзывы положительные, поэтому решил попробовать, что это такое. Игра While True интересная, но меня что-то раздражает, вот эти тормоза всякие. И всего лишь только два видео, и больше видео, наверное, не будет. Ну, разве что, если они сделают обновление, улучшат производительность, добавят место для этих блоков побольше. Ну, короче, это об этой игре больше не будем. Итак, в эту игру я еще не играл, поэтому логин. Логина нету, новый сеанс. Так, имя пользователя. CPP. Просто. Enter. Пароль. Ага, подтвердите. Блин, неправильно нажал. Так, это типа мы регистрируемся, да? Готово. Ну. Опачки. И понеслось. Что-то загрузка. Много всего. Boot complete. Так. Что-то проявляется. Четырехдневный таймер истек. Инициализация предохранительного устройства. Пик-пик-пик-пик-пик-пик-пик. Интересно, что это такое? Привет. Это странно. Более странно, чем я ожидал. Думаю, мне нужно писать это в прошедшем времени. Хотя совсем не хочется признавать, что все это закончилось. Меня зовут Бит. И если вы читаете это, я уже мертв. Печально, Бит, печально. Музыка еще такая печальная. Это с динамика играет. Так, прямо сейчас вы подвержены риску. Изучи как можно быстрее. Приступи к серии обучающих уроков, нажав кнопку Continue внизу. Ого. Один в настройке. Громкость давайте уменьшим. Наверное, вот так вот. Так, подключись к твоему собственному компьютеру. Сейчас кликну на карте зеленый кружочек. Вот это я так понимаю. Так, первое, что следует проделать в любой системе, просканировать ее на смежные узлы. Это... Давайте я музыку еще уменьшу. Вот так, наверное. Так... Это позволит обнаружить больше компьютеров на вашей карте, чем ты можешь использовать. Просканируй этот компьютер сейчас, нажав кнопку Scan Network. Сканировать, хорошо. Так, это все, что от тебя потребуется. Что сейчас потребуется от твоего собственного сервера. Отключись от своей машины. Как? А, вот. А это что? Заблокировано. Ладно, отсоединился. Пришло время подключиться к внешнему компьютеру. Прими к сведению, что попытка взлома системы безопасности другого компьютера преследуется по закону согласно USC. Короче, продолжай на свой собственный риск подключить к внешнему компьютеру. Вот это я так понимаю. Какой-то внешний компьютер. IP разные в разных сетях. Ладно. Это терминальный модуль был активирован. Это будет твой основной интерфейс для навигации и взаимодействия с узлами. Чтобы запустить команду, ее нужно набрать и нажать ввод. Можно сделать анализ системы безопасности компьютера, используя компьютера и открытых портов, используя проб. OR and MAP. Проанализируйте компьютер, к которому ты сейчас подключен. Ага. Вот здесь, я так понимаю, надо вводить. Хорошо, что там надо ввести? Пробе, да? Пробе. Чик.
Так, открытых портов 4 штуки. HTTP, SMTP, FTP и SSH. Ладно, здесь ты можешь видеть активные порты, активную защиту и несколько необходимых портов для успешного взлома этой машины с помощью порт-хак. В этой машине нет активной защиты и не требуется открытых портов для взлома. Если ты готов, можно взломать этот компьютер, используя программу порт-хак. Запусти программу порт-хак. Давайте. Экзе? Я что, под Windows работаю? Нет. Я думал, все кулхацкеры работают под какими-то кулхацкерскими операционными системами. Ладно. Порт. Хак. Так, поздравляю, у тебя есть контроль над внешней системой. И ты ее администратор. Так легко? Ты можешь делать с ней все, что захочешь, но все же тебе следует начать со сканирования локальных узлов для размещения дополнительных локальных компьютеров. Проделай это, используя команду scan. Scan. Никакого результата, не проблема. Ладно. Так, никакого результата, не проблема. Затем, тебе следует исследовать файловую систему. Список файлов и папок в текущем каталоге. ls, команда ls, ну, это мы знаем. И что у нас тут? Home, log, bin, sys. Окей. Перейди к папке bin. Ну, это, я так понимаю, cd, bin. Так, обрати внимание на конфиг. Вот он, конфиг. О, я классно, он открылся. Так, что у нас тут? Resolution, цвета какие-то, спаунинг, итинум. Какая-то муть. Точно Windows. Ё-моё. Блин, ребята, ну... Ладно. Так, абсолютно бесполезно. Сейчас нужно замести следы, прежде чем уйти. Перейди на одну папку вверх в дереве каталога, используя CD две точки. Окей. Перейди в журнальную папку. Журнальная папка, скорее всего, лог. А, так я не обязательно команды могу вводить, я могу еще тут клацать. Во. Ты можешь удалить файлы, используя RM. Я так понял, все удалить надо. Ладно, RM, звездочка. Ха-ха-ха, вот это я хакер. Взломал и удалил файлы. Так, ты можешь сделать... Теперь отключись. DC, да? Disconnect. Поздравляем, ты прошел учебный раздел данного урока. Для его завершения ты должен указать расположение ID процесса в этой обучающей команде и kill его, убить его. Команда help, давайте help. Во, походу вот это PS нам надо узнать. ID всех процессов. И убить его. Kill. 203. Так, что тут? Письмецо мне пришло. А ну-ка, первый контакт. Привет, я тебя не знаю и, к сожалению, никогда уже не узнаю. Но если ты это читаешь, то ты единственный человек, который может все исправить. Ну, конечно, если ты случайный человек прочитал. Единственный. Ладно. Я сейчас в ловушке, выхода нет. У меня недостаточно времени и мне нужна твоя помощь. Но сначала ты должен кое о чем позаботиться, и чем быстрее, тем лучше. ОС Hacknet не должна была быть выпущена такой, как сейчас. А, это типа такая операционка Hacknet. Windows, да, там? Я понял. Как сейчас. Через некоторое время автоматизированный трекер самоактивируется. Мы не можем этого допустить. Подключись к собственному узлу сети, затем найди и удали файлы Security Tracer .exe. Как только ты это сделаешь, сразу ответь на письмо. И поспеши, бит. Ноль. Заметка. Что за заметка? Руководство по навигации в Hacknet. Ага, либо экранное меню.
Автодополнение команд. Так, ладно, что он мне сказал? Что-то надо удалить. А, вот этот. Вот этот файл, да? Ладно. RM, табуляция, не работает. Security. File not found. Что дальше? Сюда, по-моему, да? Ответить. Deleted, короче. Deleted. Так. Письмецо. Собирай инструмент. Отлично. Это на время обеспечит твою безопасность, по крайней мере, от собственного компьютера. Но тебе кое-что понадобится. Программы PortHack мало, чтобы взломать современные компьютеры. По крайней мере, те, которые представляют интерес. Советую для начала заглянуть к моему другу. Его ник Viper. Да, ник ужасный, признаю. Он, по правде говоря, он не самый яркий карандаш в палитре, но у него всегда есть полезный код. Ты без труда проникнешь в его файлы, а вот найти что-то годное будет сложнее. Думаю, можно игнорировать обычные файлы, то, что выводят программы, например, логи и ERC. Ищи файлы .exe с необычными именами и другие подобные материалы. Чтобы загрузить файлы с другого компьютера, используй команду scp. Так, и чё? 51-177, да, у него? А это, блин! А какие команды там были? Просканировать сеть, я же уже почти хакером стал. Блин, что делать? Ладно, ссылка. О, вот он. Все оказалось легко, краткая справка. А, сканирование соседних узлов. А ну-ка. Скан. И чё? Скан требует админских прав? Так я ж вроде на своем компе. Ладно. Получается, отсоединено. Сейчас я подключусь к этому, да? Ага. Дальше. Проб. Анализ системы безопасности. Проб. О. Открытые порты необходимы для взлома. Ноль. То есть для взлома ничего, ну, нечего, короче, тут ломать. Дальше. PortHack. Это что? Это мы типа взламываем, да? Так, подсоединились. Во, теперь посмотрим файловую систему. Home. Email Draft. Можешь выслать еще 2000 баксов? Ты бы мне очень помог. Красавчик. А как? А, вот так. Ладно. А может что-нибудь? Прокси, серводный текст. А давайте скопируем на всякий случай. Давайте попробуем. SCP. Как он называется? AS табуляция нажал. О, скопировал. Ладно, заметки. Наконец-то получилось скачать с торрента вновь новую хакерскую прогу сервера, о котором ты говорил. Ютуберс. Фанаты Ютуб. Капитан Спинесли, бывшая скала ли улыбка серверного... Короче. Так, вот еще под директория. А, ладно, их нафиг. Логи какие-то. Бинари. Ну, тут только одна, этот, с необычным именем. SCP SS Hack. Так, скопировали. Ну... Ну, это чё? Это ничего. Это ж логи.
Правильно? Хотя расширение здесь, смотрите, какое. Я так понимаю, вот это еще... Блин, непонятно. Таргет. Я хочу, чтобы вы мне попросите сервер... JBay. Короче, надо отключиться, да? Закрыть, как тут отключиться? По-моему... вот так вот мы делали. Сейчас. Help. Ну, PS. Нет запущенных процессов. Ладно. Disconnect, да? Отключился. Давайте сюда подключимся. Почтовый сервер. А как я там... Какую команду? Port hack, да, по-моему? Слишком мало... Эй, а как мне сломать? Наверное, я никак не сломал. Ладно, подключаюсь к себе. Так, что тут? Когда закончишь, ответь на это сообщение. Отправь. Так, первый полет. Поздравляю, не знаю, преуспел ли ты в этом, но если ты это видишь, то уже что-то нашел. Сдается мне, что это что-то реально полезное. Ты должен попробовать сломать один из моих старых серверов. Если бы Viper имел у себя... должно быть все, что нужно, чтобы войти. Видимо, перевод какой-то кривой. Помни, что все дополнительные программы при запуске... дополнительным программам при запуске нужен... Номер порта, вот так. Ага, найди порт, который тебе нужен, и запускай. А, если ты еще не знаешь, есть автодополнение команд по клавише Tab. Ладно, руководство по основам безопасности. Так, cat, сканирование. А, анализ. Надо было не портхак, надо было там анализ систем безопасности. Ладно. Чтобы узнать открытые порты, проб. Например. Короче, эту типа надо сломать. А ну-ка. SS. Хак. Не, нам надо... Вот так вот, проб. О, есть порты. Open port. Один порт требует взлома. Значит, sshack 1. Или как? Ладно, проб я сделал. Потом. Порт hack. Давайте вот так вот. Порт hack. Чё? Блин, что-то не понял. Ну вот, смотрите. Один порт есть, да, который нужно взломать. Я так понимаю... Да, ну давайте 80. Ладно. 25. Ладно. 21. 22. Как это памяти недостаточно? Вы что такое несете? Закрыть заметки. Я открыл заметки, всю память выжрал, я понял. Так, это типа взлом идет. Чик-чик-чик-чик. Опачки, сломал. Что дальше? А что дальше делать, а? Скан? Не. Нет, ну, сюда же, правильно? А, проб-система. Этот открытый, да, все, я понял.
файловую систему. Не, файловую я туда не зашел. Логин. Блин, а что надо было сделать? Найди порт, который тебе нужен. Ну, запустил. И чё? Блин, фиг его знает. Ответить. Как это не выполнил? Я же запустил, я же сломал. Вот же. Чё-то я не вкурил, что-то я тут натупил уже. Обратно входящие. Так. Еще раз. Ну вот, помни, найди порт и запускай. Ну хорошо, я ж это... Порт хак. Ну вот же, открыт он. Как мне его запустить? Help. Так. Подсоединяет к внешнему компьютеру. Так. Connect. Давайте IP это 223. 250, 137, 120, 123. Ну, логин, откуда я знаю, какой логин? Сканировать сеть требует. Что-то я пропустил, походу. Тут надо сделать. Как мы предыдущий ломали? А, вот, краткая справка. Давайте еще раз прочитаем. Так, ну блин, лагает, конечно, капитально. FPS-ов просто сейчас 8. Блин, на чем вы пишете такие игры? Ну, реально, сейчас смотрю 8 FPS. О, 22-30. Так, загрузка, скан, портхак, взлома активной защиты. Но я же портхак уже использовал. Портхак. Слишком мало открытых портов для запуска. Хорошо, SSH, крэк, и какой там, 22-й был, ой. Проб. Ну, 22-й. Обнаружен... О! А какой это ком? Подождите, вот этот? Обнаружен прокси, обнаружен фаервол. А ну-ка. 22, 221. 25. Нет. Подождите, мне сюда надо. Да. Ну, 22. Недостаточно памяти. Задолбал. Сейчас опять ломаю. Какая-то ерунда. Ну, взломаю я сейчас. И чё? Взломал. Правильно? Правильно. Проб. Open. Как мне запустить? А какие еще команды мы использовали? Порт хак. Блин, ну давайте 22 вот так вот сделаем. Блин, наверное, надо было указывать номер порта. Вот, да, что-то я тупил. Ну, извините, бывает. Так, что нам тут надо? Сканировать сеть,
Ничего, файловую систему. Home. Ого, сколько тут всего. New folder. Это тоже какой-то фолдер. Логи. Нам не надо. Бинарники нет. Так тут ничего нету. Тест файл. Hobbies Terminal Guide. Краткий справочник. Если хочешь переименовать. Так, help 1, help 2, help 3. Три страницы, да? Help 1. Help 2. О, точно! Help 3. Круто. Круто. Так, help 2. Вот, тут разные хелпы есть. Хорошо, что я сюда залез. Help 1. Вроде все команды есть, да? А где копирование файла? А, вот, копирует файлы с именем с удаленной машины, указанного как все. Нормалек, значит, нам надо линять отсюда. Вроде бы здесь ничего больше нету. Никаких exe файлов. Тогда ps no running, тогда disconnect. Есть. И надо ответить. О, есть. Прошел задание. Так, отличная работа. Здесь становится все труднее. Хочу попросить тебя о продолжении. В последнее время я немного небрежен. Вот от чего все эти неприятности. Вот почему я пишу это в первую очередь. Дело в том, что на некоторых компьютерах есть логи, которых лучше бы там не было. Помни это. Даже если забудешь все остальное, я тебе говорил, будь аккуратен, удали логи. Если ты еще их не удалил, то сделай это сейчас, так как все, что ты делаешь на любой современной ОС, отслеживается и регистрируется в директории log. Просто зайди туда и удали. Ладно. Это я знаю. Плюм. А где вот это, да? Ну, давай-ка подключимся. Вот так вот. Фохак. Так, где у нас SS? Hack22. Потом. Да. Все, потом что я использовал? Я использовал порт hack. Да зачем мне заходить на удаленный компьютер, чтобы удалить логи? А логи я удаляю, чтобы не узнали, что я тут был. Так если бы я туда не заходил бы, то никто бы и не узнал. Какая-то дурастика. Типа, ну, я, понятное дело, это типа обучение. Police report. Номер для жалоб. Так, давай-ка скопируем тебя. А как там копировать? Давайте help. S. И. Лэптоп. Так, это мы скопировали себе. Что-то у товарища произошло. Удалим все. А, в бинарники надо еще зайти. Точно. Вдруг там какой-нибудь файлик xxxdll. Мы-то знаем, что это за файлик. Ну, вроде все, да? Давайте в лог еще зайдем. Опять, смотрите. Смотрите, что творится. Удаляем и нажимаем disconnect. Чик. Ответить. Отправить. Отлично. Если ты это видишь, то все сделано хорошо. И, может, это действительно чего-то стоит. Или мы слишком надеемся. К
Кажется, что слишком надеяться. Я осознал, что у меня просто нет времени написать все это. Слишком много, чтобы можно было разобраться. Я не успел ничего. Я должен тебя еще о кое-чем спросить. Есть группа, она действует через энтропи. В данный момент они принимают свои ряды. Они бы большему смогли тебя научить. Когда будешь готов, я с тобой свяжусь. Как это? Ты уже мертв, бит. Ты забыл, что ты писал? Свяжется он со мной. Насчет энтропи. Ты должен обойти прокси-сервер нескольких терминалов, открывая командой shell. На компьютерах, где у тебя есть админский доступ, должно быть достаточно, чтобы перегрузить его. Совсем забыл. Если будут проблемы, я прицепил еще сетевой архивный инфосервер. На нем куча полезного. Образовательные сетевые архивы, тестовый сервер. Ну и чё? И ничего. Вот это красненьким. Это, по-моему, там попробуй еще фиг взломаешь. Так, тестовый сервер. А это чё? Образовательные сетевые архивы. Shell компактный, требующий мало памяти. Дистанционный процесс, запущенный на отдельной машине, которым можно управлять через любое соединение. Эти удобные процессы полезны для многочисленных задач. Хотя их возможности определяются типом запущенного процесса. В сети часто используют следующую функцию. Перегрузка, ловушка. Так, перегрузка. Эти процессы предназначены для тестирования сетей и прокси-серверов. Нагружают целевую машину мусорным трафиком с узла, где запущен shell. Что переполняет память прокси-сервера и поглощает процессорные ресурсы. Ловушка. В этом режиме shell оповещает пользователя о подключении к его машине чужого пользователя и позволяет запустить генерирующий трафик ветвящиеся процессы на всех машинах, подключенных к данным. Фу, блин, что делать? Shell надо запустить. А, ну да, для... Так. У нас там было, да, проб. Открытые порты необходимы для взлома. О, фаервол и прокси. Как нам это обходить? Это, наверное, не прокатит, конечно же. Ладно, я понял. Надо к себе. Вы администратор. Запустим shell. Что дальше? Вот так вот. И чё? А как мне эти фаерволы обойти, а? А, вот ловушка, смотрите, форсировать. И чё делается? Непонятно. Пикает только. А, вот. Я понял, ловушка, это если я обнаружу, что ко мне кто-то подключился, то... А это типа генерит там мусорный трафик, понятно. Ну да ладно, что, и что получится? Прокси типа сломается? Пик, пик. Прокси обойден. Вот так вот легко, видите, хакером. Программку такую запустил, и все. Оно пикает, конечно. Но, как вы видите, все ломается. Ой, блин, я испугался. Но ведь у меня же не Windows. Значит, это в игре такая штука. Это пользователи Windows, кстати, могли бы немного ужаснуться, играя в эту игру и получить такой синий экран.
А, я, короче, типа загрузил его мусорным трафиком, и получается тот компьютер или мой перезагрузился. Ну, что-то я не понял, нифига. Давайте еще раз. А, у себя shell запустим. Shell. О. Не, нам сюда. Во. Так, мод проб. Так, прокси обойден. Так, ладно. На сегодня, наверное, все. Резко так прерываюсь, потому что сейчас был звонок, короче, надо туда-сюда, митинги, фигитинги. Вот. Ну, надеюсь, какой-то краткий обзор этой игры я сделал. Возможно, еще одно видео сделаю. Не знаю, как будет время. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Ну, кстати, игрушка вроде бы ничего, но я не знаю, что там будет дальше. Кстати, кто играл в эту игрушку, напишите в комментариях, что и как там дальше. Интересно или не интересно. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.